Добрый вечер, чувачок, твое любимое СМИ. Среди фейк новостей твою ленту оно на миг озарит. Всегда говорил тут только правду, споря на сотку не пиздел. Так что присаживайся и слушай эту сводку новостей. Оу, щит, господа, вдруг умер тесак. И хрен его знает, что бы тут мне сказать. Все обсуждают в интернете, обсуждают и на улице. Его убили или же это был суицид. Что бы там ни было, ребята, но мне страшно подумать. Как жестокий полицай, твоя жизнь для них пустяк. Сколько еще таких самоубийц сидят в наших тюрьмах, о которых никогда ведь не напишут в новостях. И никто не будет спорить, он умер или убили. Это происходит каждый день, так что хули вы удивились. Я сломаю, даже если ты бугай, убегай. Это передача, окупай, самоубивай. Что происходит в регионах, никого не колышет. А вы про выборы там слышали? Да, я тоже не слышал. Кого-то выбрали куда-то, это по сути не важно. Ведь все решили за нас наверху, и так думает каждый. Если выбор за нами, то мы махнем на него рукой. Ваше умное голосование какое-то тупое. И эти выборы проходят лишь по ходу для галочки. Но, кстати, в трех регионах ядро потеряло очки. В воздухе витает запах революции. С таким подходом из Кремля вот-вот уже съебутся. Пока они Россию продолжают драть как суку. Походу гражданская позиция — это что-то из Камасутры. Ночи встретились недавно, два престарелых автократа. Лукашенко просит бабок, ему пиздец ведь правда надо. Путин дал 1.5 миллиарда баксов из наших карманов, чтобы их менты могли дальше ебашить неправых. Там кто думает, что батька не отец нации. Вы за права и свободы, вам пиздец, пацики. Далеко не все везде шлют нахрен его хором. А Лукашенко есть поддержка, за него Басков и Киркоров. У вас проблемы с лишним весом, хотите немного подскинуть? Кто-то мучается на диетах и в зале рвет свою спину. Но, к сожалению, эти способы толстой задницы нипочем. У нас есть отличное средство, называется новичок. И будьте же спокойны, вас не должны пугать вели. Всякие побочные явления, такие как смерть. В любом случае извинения приносим заранее. Но везде нужно видеть плюсы, вы отдохнете в Германии. Еще был новый теракт у офиса Шарли Эбдо. Из-за карикатур на вы должны знать сами кого. Об этом что-то говорить мне очевидно невыгодно. Ведь не стоит шутить с самой мирной религией. Это просто новости, просто новости. Полистал газету, сочиняя новый стих. Из обвинений в плагиате я хуею. Ты изобрел машину времени, чтоб украсть мою идею. Это просто новости, просто новости. Полистал газету, сочиняя новый стих. Ставьте лайки, жмите колокольчик. Всем спасибо, я закончил.